Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, очередной фильм из серии «Дедушкин сундук» или «Байки из склепа». Сегодня я достал вот такой вот ножичек. Кайдекс или IBS пластик. Кожаный подвес. Тоненькое колечко. Вот такой вот ножичек. Вот он, видите, кончик торчит, или не, или обух, или кончик обух. Ну что ж, посмотрим, что это такое. Открываем. Ох ты! Так. Это серьезная заявка на победу. Да, кайдексовские нужны, все-таки все правильно я сказал. Так, ну что ж, предлагаю вам прочитать краткое содержание пояснительной записки. Ну, теперь еще раз я скажу. Так, нож и клинок Дмитрия Габриша, он же Йонгерт. Клинок из стали SPM S125V. Рукоять все уже прекрасно увидели. Ironwood, резонка и ножны Кайдекс. Вот так они выглядят внутри. Так, 125-ка. Нож, я так понял, абсолютно новый, потому что он только заточенный, никаких следов, по крайней мере, я не вижу, следов использования нет. Вот логотип. Так, ну что ж, давайте теперь посмотрим ТТХ данного ножа. Общая длина 250 миллиметров, длина клинка до бойстера 115 миллиметров, даже чуть больше, 118 миллиметров, 118. Рукоять, смотрите, довольно таки большая, то есть под среднюю ладонь и под большую ладонь. Ну, здесь никаких пока явных выраженных не видно, но мне так кажется, что в одну сторону как-то слесарка что-то вульнула. Хотя по относительно центра здесь вроде все четко. Либо тут так отражается, свет падает. Вот. Нет, все в принципе нормально. Никаких проблем нет. Так, нож такой кажется массивным, но по весу не ощущается, что сильно тяжелый. Ну, вес у него 137 грамм, 138. С легким щелчком заходит. Давайте померяем с ножнами. С ножнами весит 193 грамма. Ножны 60 грамм весит, что ли? 55 грамм, 56 грамм ножны весят. А ну давайте еще раз нож, может, у меня весы уже сломались. Нет, 138 грамм, да, все правильно. Еще раз ножными. Да, 193 грамма. Ну что ж, вес довольно-таки хороший. Нож будет висеть, он крепится только на ремень, на свободном подвесе. Из ножен достается легко, непринужденно. Вот, с минимальным, как говорится, упором нож раз и уже достали. То есть здесь все четко, никаких, как говорится, замечаний нет. Ну что ж, по ножу сказать особо нечего, потому что придраться к нечему.
сделано все как всегда, ну, все прекрасно знают его творчество, его работы, его клинки, вот, поэтому остается только проверить 125-ку, как она будет работать. Здесь, я так понял, еще пока я не знаю, чья теперь этот заточка. Ну, заточен нож. Либо владельцем, либо уже от Дмитрия. Пока не знаю. Так. Где-то там что-то у меня воткнулся в два раза. Я не могу понять, почему. Либо это на бумаге какая-то фигня была. Никаких особых нет. Нет, там что-то видно, где-то что-то на бумаге. Все нормально. Ну что ж, приготовимся к тестированию. Подготовим канат, древесину. Я так понял, что каната, наверное, надо будет достаточное количество намотать. Рог приготовить. И будем смотреть, как отработает 125-ка. Интересно, очень интересно, потому что как-то в последнее время несколько раз люди звонили, по-моему, 2 или 3 человека, и именно спрашивали про 125-ку и еще про какую-то сталь, именно от Дмитрия. Вот. Я как бы тогда сказал, что 125-ку Дмитрия, по-моему, у меня ее не было, и тут вот такая вот, видите, приятный, как говорится, сюрприз. Ну что ж, интрига сохраняется. Будем смотреть. Не переключайтесь, впереди будет много интересного. Добрый вечер, дорогие друзья. Ну что ж, не будем затягивать. И давайте начнем проверять 125-ку от Дмитрия Гавриша. То есть про ножу тут ничего говорить можно не говорить, потому что здесь без нареканий сделано все четко, аккуратно, без каких-либо явно выраженных недочетов. Так, ну что ж, начинаем резать. Я на всякий случай еще приготовил скотч и еще кусок каната. Пока не замотанного, но тут у меня есть замотанный канат. Ну что ж, режем, смотрим 125-ку, как она отработает. Потом древесина, рога. Ну, в общем, будем смотреть. Для многих будет это интересно. Мне тоже. Итак, резать буду, может быть, не столь бодро, как ранее. Потому что на работе, видно, где-то сорвал спину. Немного побаливает. Ну, я думаю, с таким занятием справлюсь. Итак, погнали. Начинаем. Резать вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Очень бодренько пошла, очень бодро. Так, 50. Берем бумажку. И будем проверять.
Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. О, 50. Чуть я разогнался. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Ну, шустренько идет. Так, едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать,
50. Плюс 50. Бодренько идет. Канат еще несколько раз. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Плюс 50. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, четыре, сто пятьдесят. Едем дальше. Оп. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять.
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Где-то там что-то попадает уже. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Продолжаем. Начинаю подрывать. Ну, на формате А4 все нормально. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Фух. Так, плюс 50. Продолжаем. Так.
Ну что, я там особо каких-то там чего-то наверняка не вижу. Поэтому продолжаем. Так, сейчас, наверное, будем надо канат будет резать. Вернее, закручивать. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Ну, запишу 50. Так, 50. И заматываем канат. Так, где скотч? 50. И будем заматывать канат. Так, один кусочек. Тут такие железки попадаются, что хрен поймешь, сколько каната того мотать. Намотаешь много, нифига не режет. Намотаешь мало, каната не хватает. Кстати, у меня уже заканчивается эта бухта, которую я вам показывал в прошлом году. Вот сейчас я заказал. Должны чуть-чуть позже привезти еще бухту точно такого же каната. Вот. Как говорится, пополнить запасы. Пополнить запасы. Потому что, ну, в принципе, у меня его хватило надолго. Там у меня еще осталось, наверное, метров. Даже не знаю, сколько у меня метров. 30-25. То есть пока приедет новая бухта, должно хватить. Ну понятно, если не будут попадаться всякие рексы, 125-ки и всякие хапы 72. Потому что там на них уходит канаты очень дофигурные. И сейчас мне в дороге должны прислать, привезти новый рог. Вот так что будем, как говорится, с рогами и с канатом. Так, погнали дальше. Продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41.
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Что-то как-то он начал какими-то местами затыкаться. Затыкаться начал. Это не есть хорошо. Ну, здесь еще более-менее нормальненько. Сейчас надо бумажечку взять. Видите, думаю, так уже затыкается. Ну что ж, продолжаем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, тридцать один, тридцать два, тридцать три, тридцать четыре, тридцать пять, тридцать шесть, тридцать семь, тридцать восемь, тридцать девять, сорок, сорок один, сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять, сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Фух. Ну, это газетка, это одно. Так, бумажечка. А теперь мы сделаем вот так. Есть там где-то затык уже идет, начался. Ну, продолжаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Начал уже очень-очень неохотно лезть. Очень-очень неохотно. Дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, плюс 50. Уже плохо режет, упирается. Так. Ну что ж, пока еще с трудом режет. Едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 45, 49, 50. Очень уже начал плохо резать. Где-то вот прорывает его, режет, но уже здесь начинает попадать какие-то участки, которые явно затыкаются. Так, я же сюда еще не написал, то есть 50. Так, едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, последний кусок остался, 48, 49, 50. Очень уже начал переходить на два раза, потому что бывает, вот он прорезает до половины, втыкается, и дальше уже ни хрена не лезет. При том, что бумагу еще срез покажу. Уже есть места, где он явно просто вот
упирается и все, и потом опять вырезает. Ну это у меня свойство 125-ки. Она вроде уже даже будучи, как говорится, подтупленной, будет резать. Так, едем дальше. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15, 16, 17, 19. Фу, уже рука болит. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Нет, с кожи лучше. Не так наминает. На 26. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Не дорезает уже. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Плюс 50. Фу. Плюс 50. Так, ну что, дорезаю последний кусок. Режет он уже канат очень тяжело. Поэтому смысла больше нет его резать, потому что, во-первых, перейду на два движения. И уже как говорю, что 125-ка, она даже уже будучи тупой, она будет как-то продолжать резать. Не знаю из-за чего. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 40, 41, 40, 42, 43, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Так, все, 50. Так, итого равно. Считаем количество отрезанных кусочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать. Итого 1100. Тысячу сто раз. При том, что канат он уже режет очень плохо, лезет тяжело, но тем не менее. Бумагу еще, как говорится, подхватывает. Ну что ж, давайте попробуем построгать дубовую паркетинку. Просто песня. Строгает просто песня. Посмотрим после строгания, как
бумагу лезть не хочет. Так, давайте теперь клен ты мой. Ну, здесь по древесине даже и обсуждать нечего. Ножи чуть-чуть подправился. Смотрите, как строгает. Это просто какой-то праздник. Окей. Бумажечку начал резать. Так, давайте посмотрим канал. Ну, остроты недостаточно для большой нарезки каната. Так, давайте теперь перед рогом сделаем такое мероприятие. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Справится. Смотрите, как просто праздник какой-то. Достаточно было пройтись 10 раз по коже с пастой, и рка восстановлена. Ну теперь самый, как говорится, ответственный момент — рог. Строгает бодренько, агрессивненько. Такими слайсами порезали ее чуть-чуть. Ну, смысла нет никакого. Так. Явных повреждений на РК нет. Давайте я вам покажу после рога особых. Я там ничего не вижу. Сейчас я возьму дополнительный глаз. Посмотрю. Нет, здесь все в порядке. Еще раз хочу показать. На РК нет никаких изменений. Но затупление как таковое после рога вот в этом участке пошло, но тем не менее бумагу еще пытается вот в этом месте где-то упирается. Поэтому давайте посмотрим еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10. Никаких изменений. Все. РК поправилась. Режет бодро. У меня теперь еще один момент такой. Не знаю, получится или нет. Хочу узнать, какая твердость. Вот, проверю
Ну, здесь все четко, смотрите. Легко и непринужденно. То есть твердость здесь достаточно. Достаточно высока. То есть где-то, наверное, 64-65 единиц. Потому что стекло обухом царапает, при том, что обух здесь без пыхи, без этих острых граней. Ну что ж, уморили старика. Что могу сказать? 125, как говорится, она и в Африке 125. В хорошей термичке. Это железка. Одна, как говорится, из монстров. Вот. Она отлично режет, отлично правится. У нее хорошая механика. У нее хорошая механика. После рога никаких проблем нет. Но даже если попадет на кость при разделке, тоже в любом случае на РК никаких изменений не будет. Скорее всего, я подозреваю, что здесь первая заточка. Вот. Как показывает, как говорится, практика, что такие стали, как 125-ка, там ПСФ-ка, РЭК-121, начинают резать очень агрессивно, очень зло, где-то после второй, после третьей заточки. Вот. Но даже если здесь первая заточка, результат очень-очень хороший. Вот. Как его точили этот нож, я не знаю. Чем его точили, тоже не знаю. Я думаю, владелец этого ножа в комментариях под видео отпишется. Вот, ну что ж, 125-ка, как всегда, на высоте. Ну что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока.